посмотрела, какая красота в Ране. Мосвинтаж нашла для вас брошюрку. Вот они. Цветочки такие, гвоздички. Да боже мой. Смотрите, какие красивые, аппетитные. Вы кладете на шею платок или шарф, пробиваете его через кольцо. Вы видите, тут заканчиваются одни украшения, начинается другой стол, и там еще больше украшений. И, друзья, кто еще не посмотрел влог из Питера, он вышел в 5 частях, и там еще осталось пару частей, обязательно посмотрите. Там интересные места, интересные экскурсии, поэтому буду благодарна за поддержку, если вы перейдете и посмотрите, и напишите комментарий, и, конечно же, оставите лайк. Вот, смотрите, видите, справа серая дверь, где стоят люди. Можно войти оттуда. Видите, там, где красная вывеска, Мосвинтаж. Либо можно обойти с другой стороны, где написано вот корпус 3, мы поворачиваем. Слева кофейня Лес. А справа, где вот серый козырек, там можно войти. Еще один вход, два входа. Вот здесь. Видите, выставочные залы там, и там же будет Мосвинтаж. Вот мы зашли через этот вход, тут тоже стоит стенд Мосвинтаж, и тут несколько комнат, так что идем на поиски сокровищ. Смотрите, какие чудесные сумочки, клатч на замочке, большой выбор сумочек. Да. В основном они театральные. Надо... Какая интересная. Что сюда положишь? Вот интересно, а чтобы положить нечего. Ничего не понятно. Надо же. Такая 2500. Вот это симпатичная. Сегодня познакомились с таким замечательным человеком. Смотрите, сколько здесь интересных вещей. Мне вот понравились вот эти штучки. Расскажите о них. Да, это кольца для платков. Вы кладете на шею платок или шарф, продеваете его через кольцо, фиксируете и носите с удовольствием. Так, а что еще есть? Цены от 800 до 1300. Здесь вообще много любопытных вещей. Из Прибалтики, из Европы, авторские вещи, винтаж, кольца, броши, всевозможные украшения. Плюс у наших соседей прекрасная дизайнерская женская одежда, правда, все на один размер, 44-46 и фирменный обувь 36 размер. Спасибо большое. А вот только на мост... Сегодня только здесь, имеется в виду... ближайшие дни Мосвинтаж, на Мосвинтаж. Да, а вы только на Мосвинтаже бываете? А в основном, да, сайт или магазин у нас нет, так что милости да, да, так что, друзья, приходите. Здесь очень интересно. Я одну такую вещицу забрала с цветочком, наподобие вот этой. Потом в обзоре вам покажу, потому что платочки я вам показывала уже, где можно купить. А вот как их носить, это вот интересно. Вот, винтажные галстуки, запонки, кольца, броши. Да, много всего. Даже трубки.
и они здесь тоже присутствуют. Вот. Винтажная трубка. Здорово. Спасибо большое. Все, друзья, ждем всех на Мосвинтаж. Украшения. Винтажные. Брошка. Застежка интересная. Это как кулончик идет. Серьги винтажные, красивые. Тут на какие-то предметы есть цены. Это пуговки. 3 пуговки, 300 рублей. Зеркало с вышивкой. А, это пудреница. Но сейчас можно использовать как зеркало. Болгария, 70-е года. Вот так где-то вышивка. Болгария, 70-е года. А какая стоимость у нее? 1500. 1500 очень рублей. Очень редкая вещь. И к ней еще тоже 1500 флакончик. Ой, какой флакончик новый, красивый. Новый. Тоже с вышивкой. Тоже 1500. Прелесть, правда? Запонки. Так, это уже бижутерия. Фотографии старинные, куколки. Здесь приборчики. Для чего такие ложки интересные формы? Для салата, может? Мосвинтаж нашла для вас брошюрку. Вот они работают 2, 3, 4 июня, а потом 9, 10, 11, 12 июня. То есть 2 уикенда подряд. А вот сегодня 2 они работают с 4 часов. И 9 они тоже работают с 4 часов. Поэтому будьте внимательны. Адрес вот. О, какая красота в раме. Вышивка в рамочке. А сколько такая стоит? 2,5. 2,5. Красота. Украшения тоже. Простите, там еще красивые рамы и веера. Там сухоцвет вот в раме, видите, которая пониже. Это хрусталь. Я понимаю, просто подойдет ли она, я оцениваю моему. Птица красивая. Пара эгоист. Английская пара. На гортензии похоже. Смотрите, какое колечко хорошенькое. Это у нашей знакомой Аллы, у которой очки. И украшения брендовые. Так, визиточку вам дала, мастер. А это что за брошка интересная? Вот эти сережки симпатичные, Dior. Броши красивые.
Эти пчелки тоже симпатичные. Визитку вам покажу. Здесь большой выбор очков. Может, очки посмотреть? 40. Троечка нежная. Кремовая внутри, а тут красивый цвет, такой грязно-синий, Виктория. Блюдце квадратное, ой, десертная тарелочка квадратная, блюдце круглое. Цветочки такие, гвоздички. Да позже мой. Все толкаются. Английская на ножках. Вы просите показывать больше украшений? И здесь очень-очень много. Смотрите, какой наборчик чудесный. Тут прям сережки, как клипсы. Какая-то юбилейная тарелочка. Желаем счастья, любви, долголетия. Да, а наверху надпись на немецком. Видимо, 25 лет совместной жизни, может быть. Такая, она как будто бы свадебная. Есть клеймо. Германия. И название, видимо, фирмы. Салоночки хрустальные. Уже с ложечками идут. Вот это вот. Симпатичная очень. У них обычно посеребрение здесь идет. Красиво смотрится, переливаются. Тут с другой ложечкой. Ну, предмет не редкий, но тем не менее очень интересный. А для тех, кто не любит открытые, вот такая малышка есть. Смотрите, прямо она маленькая-маленькая у меня в руке. Это, возможно, тоже посеребрение. Тут вот клеймо какое-то есть. Идем дальше искать. Что-нибудь интересное. Французский сервиз. Я его уже как-то, наверное, даже показывала. Там огромный чайник. Сахарница. Мне кажется, ее даже как мармеладницу какую-то можно использовать, потому что она тоже такого приличного размера. Молочник. С таким напылением золотым. Ой, а вон там мне прям нравится золото. Вот там наборчик идет, чайничек, сахарница и молочник. И такое матовое-матовое напыление какое-то. Ты не достанешь вон тот молочник зеленый, интересный, но матовый такой. Ладно, я не буду пробовать, но поближе сниму вам. Там пришла Наталья с платочками, поэтому я на время отключусь. Пойду порой с платочком, может быть, найду что-то интересное для себя. Следить надо. Вот чуть не запнулась об табуретку. Здесь новое украшение. Вот это красивое кольцо. Мне кажется, это тоже какое-то покрытие. Там вот клеймо есть. Возможно, серебро. Так, сколько?
смотрите, как красиво. Так. Ну, ты сфокусируешься у меня уже или как? Вот. Прям интересно смотрится. Смотрите, какие красивые, аппетитные троечки. Чехословакия. Это уже продано? А, троечку, да. Но она красивая. Она прям пришла сразу. Мы тут хорошо, мы вернемся. Тарелочка такая же, аппетитная. Эти тоже очень красивые, так нравятся. Да, аппетитные. А тут, видите, отличаются. Здесь груша с черешней. А вот здесь яблоки с ежевикой. А это какая красивая. Ой, посмотрите. Светится, блестит. Цвет интересный у нее голубой. Урановое стекло. Сам по-русски. Стекло светится уран. Это подвесная, 1500. Это вот 1500 подвесная. Дырочки. Да-да-да. Дырочки для подвес, но это тоже Чехословакия из этой же серии. И еще мне понравилась вот эта рамочка, очень красивая. С пути наверху. Современная уже? Она сделана под старину. Бархатная сзади ножка у нее. Можно фотографию вставить. Под старину сделана. Все равно необычная вещица. А фруктовницы такие, их две штуки. Вторая еще есть. Ракушечки. Не знаю, многие любят ракушки. И вот эта тарелочка нежная. Да, видно сразу, что старенькая. Лимон не вспомню. Не знаю. Возможно, Франция, да, наверное? Ребе и клевер. Может, кто подскажет из зрителей более опытных. Они открываются? Шкатулочки деревянные, расписные. Тут даже подпись художника есть. Вот эти, видите, такие глянцевые, блестят, а вот эти более матовые. Хотя цветы здесь похожи. Может, специально такое покрытие? Все открываются. Так. Они прям плотно сидят, надо двумя руками открывать. Я другой рукой снимаю. Подносик в этом же стиле. А, еще ваза здесь есть. Они похожи, но разные формы. А вазочки сколько стоят? По 2,5 вазочки. Так, а вот эти троечки? 2500. Троечки вот эти. Масвинтаж этот раз работает очень долго, так что, друзья, присматривайте для себя красоту. Серьги. Я к вам вернусь. Да, да. Вы завтра приходите. Да, хорошо, спасибо огромное. Благодарю вас. Спасибо большое. А вот здесь вот запонки мужские. Ну, женщины сейчас тоже некоторые запонки носят. Колечки. Вот это зеленое тоже красивое. Ну, тянет меня на зеленый цвет. Люблю его. Такое праздничное. 925-я проба стоит. Наверное, прошлое было нежнее. За счет камушков по бокам. Ну, тоже хорошее. Броши со сценками.
они туда вставлены. Чтобы не... Да, пристегнуты, чтобы... Ну, клейма нету, поэтому так. Сверху мы посмотрим. Это пластик. Вот такие мне нравятся платочки. Ими пристегивать. Красиво. Или под горло рубашки. Будет интересно смотреться. А не подскажете стоимость вот на броши? Извините, да, я слушаю. Кто? Вот я. А, стоимость на броши вот эти. 1500. Ага, спасибо. Ага, спасибо. Франция 1500 такая. Вот есть кольцо еще с бордовым камнем. Мне кажется, зеленый интереснее смотрится. Вы видите, тут заканчиваются одни украшения, начинается другой стол, и там еще больше украшений. Поэтому украшений очень много, и я думаю, что украшений будет достаточно, да, в этом видео уже. Браслетики. Смотрите, какой широкий браслет с разными цепями. 1250 такой. А здесь серьги. Клипсы. Вот это вот ладья. Нет, вот с девушкой. Вот это сколько стоит? Сейчас вам скажу. Тоже клипсы. Пока поближе. Вот эти красивые цветочки. Видите, у всех отличаются крепления, закрывашки. Это Германия, начало века. Графенталь, это брендовая. Ну, пчелки. Не обойду стороной пчелок. Очень красивые клипсы. Вот эти интересненькие прям. Вот эти 3250. Интересные, да? Такие завитушки. Красиво. Ну, так пока мне больше никакие не приглянулись. Наподобие вот таких у меня сережек от бабушки есть. Вы видите, тут заканчиваются одни украшения, начинается другой стол, и там еще больше украшений. Поэтому украшений очень много, и я думаю, что... Украшений будет достаточно, да, в этом видео уже. Браслетики. Смотрите, какой широкий браслет с разными цепями. 1250 такой. А здесь серьги. Клипсы. Вот это вот ладья. Нет, вот с девушкой. Вот это сколько стоит? Сейчас вам скажу. Тоже клипсы. Пока поближе. Вот эти красивые цветочки. Видите, у всех отличаются крепления. Закрывашки. Это Германия, начало века. Графенталь, это брендовая. Ну, пчелки. Не обойду стороной пчелок. Очень красивые. Клипсы. Вот эти интересненькие прям. Так.
эти 4500 и 4. Вот эти 3250. Интересные, да? Такие завитушки. 2, 4, 2, да, разные. Красиво. Ну, так пока мне больше никакие не приглянулись. Наподобие вот таких у меня сережек от бабушки есть.